Подпирать, конечно, надо. Файл. Понес его. Интересно, ему говорят про его файл. Особенно после боя Цицера с Царевичем на 13-м турнире. Да, короче, стоп-док убрали полностью собаку и оставили черепа, смотри, на логотипе. Фай. Вообще, они убрали изображение пса, стоп-док и он черепа. Кажется, да. Даже человеческие, а не собачьи. Там какой-то он космонавт. Да. Стоп-док какой-то космонавт, человек. Ой-ой-ой. Ждем. Мы поддержим. О, ловко. Не получается много у Ильи Миамина, но выглядит он довольно уверенным, не растерян. Да. Миамину нужно лишить соперника его главного козыря. Это подвижности. А для этого нужно более агрессивно идти вперед, запирать ногами, двигать ближе к стену, отрабатывать... Паренек с Узбекистана по имени Вениамин. А, Вениамин. Ой, как он за него, за этого забежал. За Фая. Бодать хочет. Вот так. Четко попал прям. Вроде как действие есть, но уже работа первым номером. Не такая явно сейчас попадает. Зацепи Мне кажется, что Хайлайт нам либо пройти двойные джебы через уклон, как раз он будет объяснить соперника к стену, но мы видим, что ноги Ивана кормят его. Ой-ой-ой, бежал. Молодец. Как руки обоих, да, смотри, опущены. Но Иван умеет вот так вот, у него стиль такой. Так-то многие опускают руки, особенно когда подзатекают. Здесь бы успеть их это вверх поднять. Как раз все успевает. Блин. Прям на 10 секундочки такой щелк. Повторные атаки Сирии нужны.
На, подрались, побоксировали. Так и всякое оттянул. Соплю сюда, у него, смотри, как это так подтирает. Ну там или кровь что-нибудь такое. Попал, значит. Хотя поспорить можно, отдохнуть немножко. Скорее всего, кстати, на эти два защитника. У него прям вытекает из носа, да, что-то смотри, вываливается. Маленько, когда я там пошел, блин, попал. Бей давай. Так, смотри, хорошо локотком пододжал. Погладил, успокоился. Ну это все уже. Еще раз попал, да. Вообще красиво. В тот раз он сказал, духа, да, не хватает. Это Винского. Какой-то Винский дух. Сейчас другой дух скажет, не хватит. Ну или скажет, моего не хватило духа. Послушаем, посмотрим. Да, не стал ввязываться в драку. Опять же, здесь, мне кажется, Вениамину все-таки не хватило серийной работы. Он бросал на оппонента, не хватило немного двойного треба. Заходы в атаку под углами. Не смог он заставить оппонента лишиться пространства. Вениамин и трамвай. Трамвай. Травмай. Отхватывай, да. Оказался на середину. И не получилось этого сделать. Не фартануло. Чуть-чуть. В высококлассном спортивном поединке победу единогласным решением судьи одерживает Иван сначала у тебя. Было приятно все равно смотреть на вашу работу. Очень хорошо каждый из бойцов чувствовал дистанцию, было сложно подобрать ее. Но ты добился своего, одержал победу решением судей.
А что, хорошее решение судьи. Всех приветствую, Москва. Всем большое спасибо. Поддержка колоссальная. Каждого, что я слышал, в ринге. F1 что означает? Спасибо, организация за предоставление. По-русски было написано. Может что-нибудь другое? Может кнопка F1 на клавиатуре? А, блин, может это так. Где по-русски написано F1? Не, F же латинская или F русская была? Русская. Русская? Это у него, значит, он взрывной такой, как гранат, или дальнобойный, как F-ка, на 200 метров, на 100. Всем спасибо. Здесь очень много болельщиков с Уфы приехало, Башкирии, Башкортостан, Алгаш. Молодец, спасибо, молодец. Спасибо тебе, победитель Иван Абрамов. Ну, так заранее сказал, что много болельщиков с Уфы приехало, чтобы этот не говорил, что уфинского духа мало, башкирского. Ну, на всякий случай, там, здоровье оберечь. Хороший, красивый бой. Кому-нибудь. И сейчас нам кое-что расскажут. Да. Колоссальная поддержка, спасибо вам за это, ребята, очень это нуждаются. А так, не, Иван молодец, хорошо подрался, все равно. Я тоже как-то, да, чуть уделю, на работу тоже попросил, говорю, по утрам надо, говорю, вставать, говорю, вес подогнать, говорю. Если ну, не можно, тренировался, да, да, в курсе. Пошли, я до обеда. Даже на прыгалке не скакал. На скакалке не прыгал. Как получилось, да, а так, что я еще хотел сказать. Я в прошлый бой выходил против Шамана Айнчи. Конечно, я этот бой не прошел. Сейчас этот бой я ходил, весогонку прошел хорошо. А в прошлый раз я чуть... Я говорил до конца, я не буду вес гонять. И ушел гонять, я просмелил мочегону и таблетки выпил. Где-то на ногах стоять не буду. Гонял. Что есть, говорю, да, я, что я... Я как есть, говорю, мне пусть надо учиться, надо включить все, говорю. Еще, то, что было, да, я почему на ногах не стоял, там нокдаунов не было. А это, я захотел после Ивана, я еще и тюрю, говорю, Ивана пройду, потом на Шамана пойду. Но сегодня я узнал, у Шамана трагически близкий друг погиб. Ай-яй. Я его искренне соболезную. Вот недавно, сегодня... Он, смотри, как не сказал, что просто болезнь, но сначала рассказал про то, что весогонка, он не стоял на ногах, напомнил. Как он загнул. Замысловато. Подожди, я сюда, знаешь, как хожу, честно сказать, я до 18, до 20 лет, как бы, да, совсем двигался. Но потом, в такой момент... Ну, братан, не очень трактор, понятно, но молодец. ...на тракторе, туда-сюда, автоспорт. И пришлось, как бы, отец не хочет, а я иду. Сейчас тоже он говорит, ты куда идешь, говорю, я тебе сказал, не иди. Я говорю, если этот бой не выиграл, я даже во время боя, я вот это, мне в голову идет. Тебе же отец говорил, вот сейчас карту пропустил. Ну вот ты о чем думаешь? Ты должен о бою думать, а ты думаешь об отце, да? Вот это как бы подойдет. А к чему это все? Не знаю. Думай, это мое время! А как накипело, да? На работу подхожу, на трактор сажусь и думаю, это я был, что ли, там дрался, я не возможно. Макс, так там есть запас времени промотать вперед. Валер, что? И хотел бы поблагодарить. Перемотай. Прошло, это ура. Чуть-чуть.